Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Стремительное приближение жарких солнечных дней заставляет женскую половину человечества заранее позаботиться о модной летней одежде, не упуская из виду новинки и трендовые вещи. Летом белые вещи смотрятся очень свежо и привлекательно. Нежные белые платья, джинсовые юбки, шорты белого цвета, широкие брюки и незаменимые белые футболки превосходно впишутся в летний гардероб. Некоторые женщины уверены, что белый цвет подходит только обладательницам стройной фигуры, в связи с тем, что белый цвет может полнить. А на самом деле белый цвет способен освежать любой образ, а стильный total look смотрится еще эффектнее и красивее. В 2021 году белый монохром особенно популярен. Сочетание белых вещей будет особенно гармонично смотреться в различных текстурах. Трикотаж в белоснежном тоне – вариант для самых смелых, элегантных дам. Total look подойдет для модного, повседневного стиля. Обувь можно выбирать спортивную и классическую. Белые брюки – база, которая должна быть в гардеробе у каждой современной дамы. С белыми брюками легко создавать свежие минималистичные образы, которые подходят модницам любого возраста. Модные модели стильных рубашек и блуз в белом цвете с каждым сезоном набирают все больше популярности. Однотонные брюки, базовые джинсы или юбка. Все эти вещи могут составить отличную компанию белым блузам и рубашкам. Белое платье – это самый женственный и романтичный наряд, который способен изменить внешний вид каждой женщины. Белый оттенок натуральной ткани добавляет образу воздушности, легкости и опрятности. Бежевые туфли-лодочки, минималистичные босоножки, шляпка, плетеная сумка отлично подойдут для создания нежного, женственного образа. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!